Добро пожаловать в группу под названием Клон Армия. С вами Голдариди, в этой серии мы с вами будем использовать тактику двух танков. Ну и также постараемся напасть танками. Это будет максимально сложный челлендж, и возможно я даже проиграю. Но мы будем стараться побеждать. Всем приятного просмотра, не забудь поставить лайк, подписаться на канал Голдариди и нажать колокольчик, все уведомления. Это очень важно, если ты хочешь больше Клон Армии, больше серий. Ну а мы начинаем, лайк обязателен. Подобрали нам соперника примерно такого же ранга. Ну что ж, давайте попробуем. Уф, выиграть будет сложно, но мы постараемся. У него вертолет. Жалко, у него нету инкубатора. Нам очень важен был инкубатор, чтобы наш танк кто-нибудь сагрил. Но так как нет, надо что-нибудь другое придумывать. Давайте возьмем дробовика. Пускай впитывают урон. Так, вот они, красавчики танки. Не знаю, полезет ли он на нас или нет. Но пока что здесь постоим. Ладно. Ой-ой. Он сейчас может отступить. Назад-назад. Так, отлично. Танки сагрили. Это хорошо. Нам так и надо было. Нам нужно было, чтобы танки наши сагрили. Так. Что делаем дальше? Кого бы взять? На подкрепление. Нужен ли нам хил? Интересно. Ладно, давайте два дробовика. Два веселых брата. Забавные хэллоуинские скиночки, зачетные, очень крутые. Скоро опять Хэллоуин будет. Не знаю, подвезут ли новые. Может быть, старые вернут, и будет возможность опять приобрести. Какие замечательные скиночки. Кстати, можно было наступать. Он опять взял? Денежек-то много, но... Но это опасно. Кстати, давайте Тинкера возьмем. Попробуем Тинкером уничтожить вертолет. По-моему, это будет довольно-таки имбово. Нам бы дойти быстренько. Опасная операция. Блин. Валим назад. Наверное, связи не хватит. Надо ближе подходить. Подходим ближе. По-моему, я взорвал, да? Я успел взорвать вертолет. Отлично, отличненько. Так, все, в принципе, у нас хорошо складывается. Все как нельзя лучше. Танки понемножечку вперед выступают. Продвигаются, это здорово. Пиу. Можем сделать салютик такой небольшой. Пускай пока перезаряжается. Так, танки поедут, у них есть информация ехать. Блин, кстати. Ой, будет два здоровяка. Хотя, может оно и к лучшему. Так, пока не будем торопиться. Так, ну танк уничтожили, отлично. Успел три гранатки бросить.
Так, слушай, ну это хорошо. Давайте на всякий случай, в принципе, мы возьмем гренадера. Потому что танки пойдут... Ой, здоровяки пойдут вперед. И мы немножко их запушим. Я надеюсь, у нас получится. Вертолет мы устранили. Это уже здорово, хорошо. Ой-ой. Так, ну сейчас получилось, получилось. Так, идем назад. Там еще один танк, все хорошо. Все под контролем. Танк снес. Ай, красавчик, танк. Ай, красавчик. Я даже вперед могу пройти. Давайте, ребята, давайте. Три раза даже еще ударил. Уф, неплохо. Очень хорошо, ребят. Очень хорошо. Мы теперь можем, наверное, даже страйкера использовать. Теперь у нас шансы наравне. Слушай, ну танки работают, да, у нас получается? Они агрятся, сагрились. В принципе, неплохо запушили. Так, надо идти ровно за ним. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все-таки... захватили. Так, отлично, вертолет тоже снесли. Вперед, может быть, успеем. Надо снести срочно постройку, давай. Раз успел. Никто не чинит. Давай. Разрушили. Не знаю, засчитали нам или нет, но мы разрушили это дело. Я думаю, сейчас, кстати, хорошо подойдет. Блин. На джип нам не хватает. На джип не хватает. Кстати, джетпак, может быть, взять и попробовать подшумок захватить. Блин, я бы захватил, но этот... надо машинку устранить нам. Надо здоровяку также помочь. Когда машинку устраним, нам уже будет проще. Очень важно, очень важно. Так, я уже здесь стою. Помогаем, помогаем. Отлично. Ёлки-палки. Все-таки меня уничтожили. Он еще жив остался, его еще отхиляли. Странно, что он просто стоит. Но джип теперь, ребятки, наш. Это очень здорово. Это очень хорошо. Нам теперь будет проще. На второго джипа, жалко, не хватает. Даже не знаю, даже не знаю. Будем ли мы тинки? Страйкера, наверное, все-таки использовать. Позицию, кстати, мы тут должны захватить, верхнюю. А страйкера мы поможем здоровяка уничтожить. Слушай, ну вроде бы два танка действуют. А на танк нам не хватит накопить, блин. Печаль, беда. Хотелось бы накопить на танк. Помогаем, помогаем. Ой, вот тут замес конкретный. Жалко, аптеки нету, сейчас бы отхиливались.
Ой-ой-ой, опасно, ой, опасно. Давай. Так, надо стоять под вертолетом. Отлично, отлично. Слушай, ну в принципе можно, наверное, уже захватывать. Нет, ну, навряд ли я, наверное, уничтожу. У нас очень хороший шанс, реально, очень хороший. У нас джип, здоровяк. Здоровяк, да, джип-здоровяк. Два пулеметчика, вау. По идее, даже, возможно, могу сейчас победить. Можем следующим взять танк и просто затащить. А пока что, блин, хилка нам не поможет. Хилка нам, наверное, не поможет. Возьмем также страйкера, слушай. Может быть, мы нафармимся. И следующая атака мы точно уничтожим. Мы можем даже эту атаку уничтожить. Да, я думаю, это победа. Два танка. Смотри, пока действуют два танка. Его сложно в атаке реализовать, он слишком дорогой танк. Просто спам какой-то. Это невозможно. Они просто ничего не могут делать. Взорвали. Просто времени не хватит. Блин, здоровяк, ты еще живой. Отлично. Живой здоровяк. Ну, в принципе, все. Найс. Два танка в обороне, в принципе, работает. Отлично. Взяли рейтинг. О, эпик. Давно не было. Начнем открывать. Вот такой бы открывать, знаете, когда? Когда новый клон выходит, возможно. Было бы здорово. Вдруг он там выйдет. Матч-реванш. Слишком рано, наверное, я рейди нажал. Но у него есть шанс отыграться. Жалко, инкубатора у него нету. Было бы здорово, если бы был. Подожди. Инкубатор. У него есть инкубатор, отлично. Это другой. Я с ним в прошлой игре играл, у меня все подзависло. А сейчас у меня есть шанс отыграться. Надеюсь, сейчас ничего не зависнет. Возьмем, наверное, кстати, Рокки. Рокки будет нам помогать. Помогать защитить танк. Хотя можем, можно было самого слабого взять. Какого-нибудь клона. Вот, чтобы подфармиться. Сейчас задача защитить танк. Немножко побегали, вдруг там какие-то проблемки случатся. А, знаете что, наверное, возьму кадета. Кадета сейчас возьму. Кстати, может быть, мы не успеем захватить, а... 4 секунды, возможно, не хватит нам для захвата. Ой, опасно. Все, минус кадет. О, боже мой. Я такую ошибку... жестоко допустил. Но с другой стороны, может быть, это и хорошо. Пускай идут дефендеры. И наши танки выдвинутся подальше. Он не успеет никуда добежать. Там только два танка. Так, главное поймать того, кто побежит на нашу базу. Может, вообще дефендера пропустит. Пускай они захватывают. Если он будет захватывать, я буду просто прикрывать танк. Танки выйдут как можно дальше. Так, все, стоим в обороне. Thank you.
Блин, танки просто стоят. Так, ладно, не знаю, насколько это была хорошая идея. Теперь нам надо, наверное, тинкера взять и под шумок, конечно, все это дело захватить. Быстрее, быстрее, быстрее. Конечно же, за танком мы его поставим, не будем сильно рисковать. Так, выдвигается. Боже мой, они же, конечно, захватят. Они захватили. О, у нас проблемки, большие проблемки. А почему я его не убил-то? Боже мой, почему я его не убил? Я не понимаю, почему я его не могу убить. Так, развалил, рассыпал. Не знаю, что там танки мои делают? Да, вперед, надо выдвигаться, танки, что ж вы делаете-то? Смысл был, чтобы прорваться как можно дальше. Блин, ну сейчас будет сложно, конечно, сложно. Надо брать гренадер и пробовать пробиться. Он хочет быстрый захват сделать, но пока мне... Блин, кстати, я могу его вообще даже не догнать. Боже мой. О, ракеты полетели. Боже мой, как много ракет. Не, это конец, это конец. Давай, последний. Бум. Добили, прикинь, мы его добили, успели. Но это максимально сложно. Это сейчас максимально сложно. По идее, нам надо захватить сейчас позицию очень важную. Какого-нибудь сильного клона, если бы мы захватили, может быть, был шанс. Блин, снесли. Мы его снесли, отлично. Так, может хватит время захватить? Давай. Да, блин, я не дошел, прикинь. А шанс был очень хороший, шанс был очень хороший. Я могу еще пробовать облететь. Есть, ребят, шанс у нас. Вот если бы я сейчас взял, наверное, джетпака, у меня был бы очень хороший шанс. Или медика надо было поставить. Так, сначала надо будет всех убить. Слушай, если бы я убил главного, то я бы, я думаю, смог победить. Может, у него денег не хватает, кстати, на мощных. Тут постоим. Да блин. Блин, прикинь, чуть-чуть не хватило, совсем немножечко не хватило. Совсем немножечко не хватило до победы. Обидно. Слушай, а если он был бы 9 уровня, смог бы ли я победить? Это максимально жестко, ребят, максимально. Это очень опасная стратегия. Не стоит ее использовать.
Я предугадал действия врага. Успел, да? Да блин. Да блин, я опять не успел, прикинь? Если бы мне засчитали бы предыдущий урон, то я бы победил бы его. Экстерминатор. Я не знаю, поможет ли экстерминатор. Давай попробуем. Мне как раз хватило на экстерминатор. На танк, наверное, нет смысла реально брать. Так, пока стоим сзади. Главное урон не получать, главное за танком стоять. Но в любом случае сначала надо отбиться. Может получится у него. Давай. Давай же. Все-таки он разрушил. Блин, это было опасно. Это было сложно и опасно. Так, Саша, я почти победил. Я два раза почти побежал. Не хватило просто времечки. Времечко добить врага. Ну а так, ребят, получилось. Неплохая тактика. В нападении, правда, мы с вами не смогли посмотреть танки, потому что это сложно реализовать. Кстати, знаете, что я только сейчас понял? У меня 450. Я играл в меньшинстве. Я мог еще что-нибудь поставить, дополнительное что-нибудь. Я мог две допустим, турельки поставить. Я только это сейчас заметил. Вот, ну ладно. Ладно, давайте сыграем еще одну игру с турельками. Подожди, хотя, зачем они нам нужны, если так подумать? Если так подумать, в принципе, они нам не нужны. Нам бы что-нибудь пополезнее. А что пополезнее может быть? Кроме как турельки. Наверное, ничего. Единственное, ну вот так, если поставить. Все, два танка, две турельки. На всякий случай, если совсем все плохо будет. Ладно, последняя игра. Следующий наш соперник. Надеюсь, у него будет инкубатор. Потому что это очень важно. У нас два танка. Да, есть инкубатор. Отлично. Нам хотя бы позицию захватить, то есть мы все-таки наверх, наверное, пойдем, да? Мы наверх. Наверх мы должны встать. Наверное, проще взять. Или команду. Дробовик, наверное, будет лучше в том плане то, что он будет покрепче. Он будет покрепче и сможет впитать в себе часть урона. Играл двумя танками, ведь я мог взять укрепление. Интересно, будет ли больше единиц на базе? Допустим, 550 или 600 или 700. Было бы здорово. Так, ну танк выдвинулся, это хорошо. Танк поехал.
Танк должен ехать, чтобы мешать врагам. Есть тактика со здоровяком. Наверное, сейчас попробуем его использовать, тактику. Так, наверное, медика стоит кинуть. Аптечку. Потому что мы будем выдвигаться вперед, и аптека реально нам пригодится. Почему я не стрелял? Почему я не стрелял? Ладно, я главное кинул хил. Это нам поможет в захвате. Ох, он тоже позицию захватил. Есть идейка, я могу попробовать его перебить, чтобы он не захватил. Он, получается, двоих захватил? Он двоих захватил. Так, ну ладно. Я тоже могу взять команду. Мне Джейсон. Джейсон Буркис. Погнали, ребята, погнали. Пока он мой захватывает, я его точку захвачу. Я не... Прикинь, я не захватил. А, не хватило. Блин, он решил... Но он все правильно сделал. Но с другой стороны, сейчас... Хотя бы он одну захватил, слушай. Нет, все-таки две захватил. Ну, тут хотя бы турелька есть. Хотя, уничтожая турельки, он зарабатывает деньги. Это тоже не очень хорошо. Так, важно дождаться подкрепления. Берем дефендера, ждем подкрепления. Ну, чтобы танки шли вперед. Нам нужна позиция срочно, у нас опять будут проблемки. Но это проблемная база, конечно, с двумя танками сложно. Но я... Есть опыт, чтобы все-таки что-то да получилось. Да ну помогите же, боже мой. Танки, что же вы... Да, ну, давай. Да разбомби. Блин, он еще подпрыгнул. Глядишь, он еще и танк уничтожит. А совсем плохо будет. Танк поехал. Но он, его разнесли. У него денег много сейчас будет. Ладно, у меня есть идейка. Денег, в принципе, хватает. Я бы не сказал, что пока все критично. Страйкер у нас есть. Если мы будем фармиться на страйкеров, главное, чтобы он сейчас страйкера не взял. У нас будут хорошие шансы. Их слишком много, а мы можем деньги зарабатывать. Под фарм. Блин, прикинь. Он решил отступить. У него тоже страйкер был. Я захватил. Я даже позицию одну захватил, слушай. Он будет тоже позицию захватывать. Он решил захватить позицию. А мог бы не захватить, слушай. И было бы очень здорово. Было бы сложно. Так, ну сейчас только страйкеров надо одних брать, чтобы помогать нашим танкам. Главное правильно все реализовать. Аптеку бы, конечно, повыше бы бросить. Может реально... Ладно, давайте возьмем лекаря. В том плане, что потом будем брать страйкеров. Я не знаю, правда. Насколько это правильная идея. Ну, типа на будущее, что мы можем хотя бы хиляться.
Да блин, да ты серьезно? Ребята, я почти захватил. Ну как так? Очень важная стратегическая позиция была. Я почти захватил. Как же это плохо, реально. Хотя я даже если бы захватил. Ну, может быть, ему времечки не хватило бы. Ему могло времени не хватить. Это сложная реализуемая база. Ну, она и интересна тем самым. Мы все-таки не на победу играем, а на какие-то интересные моменты. Вот, и вы можете посмотреть, оценить базу, и как бы вы сделали, как бы вы сыграли. Пишите ваши комментарии. Есть другая стратегия со здоровяком. Вот она, по-моему, прикольная будет. Потом покажу. Нам пока что всем пока.